Лжетеррориста будут принудительно лечить у врача-психиатра. Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В апреле 2014 года подсудимый позвонил с таксофона в дежурную часть отдела полиции. Мужчина сообщил ложные сведения о том, что в жилом доме на улице Зеленая через 4 минуты произойдет теракт. По адресу была направлена оперативная группа, которая задержала звонившего. В суде Хажиев вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что хотел отомстить своему обидчику, который проживал в доме по улице Зеленая. Лжетеррористу назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, его направили на принудительное лечение к врачу-психиатру. Приговор в законную силу не вступил.